клиенты выбирают из трех машин одну. Это у нас на учет поставлен 16-м по ТЭСК выдано в конце 15-го года. То есть какая-то будет или раз, или два, или три. Скорее всего, вот это. Кузов все-таки с ненаращенными бортами, с подогревом кузова. Евро 4, Common Rail. Проверка, осмотр. Ориентировочно будет готово на следующей неделе. Без палки. Нормально. Все по красному, так вот он побежит. Ага. Делают хорошо. Как оно ездит вроде, да? Это покажет время. Так не прикопаться, а так покажет время, да? Ну да. Вовнутрь ты вот не заглянешь, не залезешь. Ну да. Даже еще. Даже если даже тогда, когда еще машина не готова. Даже тогда во все не залезть. Пока не придумали сканер этот прозрачный. Да. Но все впереди. Как рентгеном. Да, как рентгеном сразу. Хоп, хоп, как оно что будет. Ну вот тоже, да? И там 15-й год, и тут 15-й год. Там подогрева нет, тут подогрев есть. Потом под кузов, опять же, там с кронштейном, тут сразу вот так. Тоже такая вот разница, да? Вроде этот уже все-таки ближе к 16-му году. Ну да, ну переходный, наверное. Да, и то, что отсутствие вот, ну, это мочевины, это бочки. То есть это уже, ну, прям полностью как 16-й. Ага, ага. Это больше приглянулось. Это что ли больше? А? Это что ли больше? Не, я смотрю пока. Ага, осторожней. Кто-то тут. Эти кабины не крашены, правильно? Нет, понятно. Красить себе правило? Нет, эти не крашены. Эти видно, что кабины не крашены. Ну, свои родные. Да, вы правы. Они крашены. Ну как, разница есть между тем и этим? Я не вижу пока особо. Владимир, а разница есть между тем? Не дособрали. Там сарганы, все там, электрику до конца. Или заливали, пролили. Да. Как говорится, чё? Да, чё, не дотянули. С задними, как правило, проблем никогда не бывает. С передними пару бывает. И но то редко. На моем нет такой. Да, да, у да. Меня еще это. Рессоры и мотоциклы. А, ну да, без подушек. У меня 7-го года. Да, у да, да. Здесь 25-го сиденье двигатель. Я понял. 7-го года. Вадим, прыгай сюда. Тут еще это. Давай.
давайте, друзья, мы тоже с вами спустимся. А лучше прыгнем, да? Нет, откручивали его. Откручивали, как откручивали. Насос тоже. О, тут не смотрели. А что? Не, ну тут его снимали. Прокладка новая, ну а так, блин, идет. Это как надо заводить, пробовать, смотреть. Да. Будет, будет. Фонариком видно. Так который из них лучше, а? Это... Тут? Такой, блин, половина нету, да. Да, да. Тут еще так не определить, да, особо. Да, датчики нет. Помазаны? Да. А здесь нет, там, там масло видно. Ага. А здесь нет. Не дошли еще. Может быть. Мы здесь видим три единицы. Раз, два, три. Ведь клиенты сейчас один из трех выбирают один. Это все евро 4. И та же партия, вот эта вот машина. Та же партия. Это, ну, ПТС выдана 28 февраля 2015 года, а на учет поставлен в феврале 2016 года. Так вот, если это 3 единицы, это будет евро 4, то это будет евро 2. И она будет дороже. Тысяч примерно на 100. То есть рестайлинговая кабина, как положено, на подушках, все это мы видим, только евро 2, не Common Rail, а Yazda, не 400 лошадей, а 360, имейте в виду. То есть сейчас из тех дорогих КамАЗов, которые свежих, 14, 15, 16 год, будет евро 2, то есть по ним сейчас охота большая, поэтому, естественно, будет предоплата, кому нужна. Имейте в виду. Спасибо. Всего доброго.